На стадионе Андрей-Арена поселка Афипский прошел финальный этап турнира «Верность футболу». Открыло мероприятие выступление районных артистов. Приветственным словом к участникам турнира обратился глава Северского района Андрей Дорошевский. Вы настоящий пример и ориентир, на кого необходимо равняться молодежи. Поэтому я желаю, чтобы в этом мероприятии все получили массу положительных эмоций, заряда энергии, бодрости, и пусть победит сильнейший. Соревнования провели в честь Дня Победы в поддержку спецоперации России на Украине. Президент клуба генерала милиции Кубани Михаил Крапивный выразил надежду на успех армии России. Я уверен, что мы все спортсмены, все футболисты здесь присутствующие, и молодежь, которая здесь, я думаю, все понимают прекрасно. И желают нашим воинам, которые находятся сегодня в сложнейших условиях, в той битве, которая там происходит, скорейшей победы, быстрейшего возвращения. На поле вышли команды «Динамо Краснодар», «Кубань-Услабинск» и «Армавир». Все участники команд – ветераны органов внутренних дел, посвятившие службе много лет. За ходом матчей следили болельщики. Они горячо поддерживали любимые команды. Игры получились по-настоящему захватывающими. Победу одержала команда из Краснодара «Динамо». Они одолели своих оппонентов со счетом 2-0 в каждой встрече. На второй позиции расположилась команда «Армавир», на третьей – «Кубань» из города Услабинск. Победителям вручили призы клуба генералы милиции Кубани. Генерал-лейтенантам Сергею Кучеруку и Михаилу Крапинову вручили отдельные награды от Северского района за верность спорту.